الله أكبر الله أكبر. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. С именем Аллаха милостивого и милосердного. Братья и сестры, эта серия включает в себя очень важное послание для вас. Сегодня мы будем говорить о великом деле, которое пророк, да благословит его Аллах и приветствует, делал в начале своей пророческой миссии. Так он располагал к себе людей. Естественным для него было то, что он кормил бедных людей. Когда он видел бедняка, то если у него ничего не было с собой, он шел к себе домой и искал что-нибудь, чтобы дать ему хоть что-то. Кормить нуждающихся для него было пророческой сунной, семейным обычаем, и все сподвижники привыкли к тому, что если бедняк придет к нему, он не вернется с пустыми руками и нищего не прогонит. В Коране говорится, они дают пищу, несмотря на то, что она желанна для них самих. Что это значит? То есть они любят эту пищу, они хотят ее съесть. Но вдруг приходит бедняк и просит у них еды, и они отдают ее. Не всякую еду. Например, у меня есть два блюда. Одно из них очень аппетитное, а другое обычное. Приходит бедняк, который хочет есть. Не давай ему обычное блюдо. Дай ему ту еду, которую ты любишь сам. Любимой едой Ибн Умара был сахар. И тогда сахар у них был дорогим. Он готовил с ним еду, которую он любил и считал вкусной. Но если к нему приходил бедняк, он давал ему только эту еду, ту, которую он любил. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Один из салифов держал уразу. Ему принесли еду на ифтар. И вдруг он услышал, как по улице идет бедняк. Бедняк шел и кричал: «Кто из вас одолжит заем богатому, верному? Кто одолжит заем богатому, верному? Кто же этот богатый? Аллах». Бедняк говорил, кто одолжит заем Всевышнему Аллаху. То есть он беден, но не говорит «я беден». Это и так понятно из его слов. Бедняк идет и громко кричит. Тот человек держал уразу. Он позвал своего слугу и спросил, кто это там? Слуга ответил, это бедняк. Он сказал, отнеси ему всю мою еду, предназначенную для ифтара. Я не говорю вам сегодня, возьмите весь ваш ифтар и отнесите в мечеть. Нет. Сегодня давайте разделим наш ифтар на две части. И как обычно, еды на ифтар бывает слишком много. Половину отдай бедняку. Мы можем это сделать? Сегодня мы можем сказать своим детям, знаете, в таком-то районе живет один бедняк. Он живет от нас в 30 километрах или в 20 километрах. Я слышал, что это бедная семья. Что вы думаете, дети мои, о том, чтобы сегодня сходить в супермаркет, купить еду, рис, мясо, закуски, курицу, еще что-нибудь, масло, например, сахар? Сегодня мы купим еды. Отец, куда мы едем? Идем в дом, где есть нуждающиеся, бедные люди. Мы принесем им в дом еды. Знай, что об этом моменте, об этом часе твои дети будут помнить всю свою жизнь. С позволения Аллаха они будут делать так же со своими детьми. Возможно, по причине этого Аллах их сохранит. Возможно, потом твои дети будут каждый день говорить, «Отец, давай еще раз сходим. Куда? Мы хотим отнести еду в такой-то дом». Начни сегодня. Ты скажешь, шейх, я не знаю, где живут бедняки. У нас нет бедняков. Ну хорошо, но ведь есть бедные страны. Отправляйся сегодня со своими детьми. Возьми их с собой и скажи, сегодня мы будем кормить бедняков. Можно купить еды на динар. Одно блюдо будет стоить 15 кувейтских фильсов. 15 фильсов, а в Сомали голод. Возьми детей и скажи, за динар мы покормим 60 человек. Да и что динар? Возможно, мы говорим о 13 риалах. Это немного.
Но на них я накормлю 60 человек. Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна для них самих. Сделай сегодняшний день днем бедняка, днем раздачи еды. Знаешь ли ты, что будет еще лучше? Еще лучше, если ты приведешь бедняка к себе домой, и он поест твою еду. А еще лучше, если ты возьмешь свою еду, пойдешь с ней в мечеть и скажешь своей семье: «Сегодня мы хотим разделить нашу еду с бедняками». Хорошо, если ты будешь раздавать милостыню своей рукой. Хорошо, если ты приучишь к этому своих детей. Будет хорошо, если сегодня ты соберешь деньги. Например, если сегодня ты сидишь с отцом или матерью, с братьями и сестрами, вся семья в сборе, и ты скажешь: «Что вы думаете о проекте кормления бедняков и неимущих? Пусть тот, у кого в кармане есть деньги, выделит немного на это дело». А что стало? Что сегодня за день? Как что? Сегодня день Рамадана. Сегодня день великой награды. Сегодня день, в котором много блага. Глашатай объявляет: двери рая открыты. Неужели вы не хотите рай? В судный день верующий будет находиться под тенью своей милостыни. Милостыня тушит гнев Господа. Собери у них динар, 10 динаров, 20. Собери деньги и отправляйся в ближайший комитет заката. Посвяти сегодняшний день беднякам и кормлению бедняков. Это одна из самых великих вещей, которые приближают к Всевышнему Аллаху. Мы встретимся с вами в следующей серии соизволения Аллаха. Мир вам, милость Аллаха и его благословение.